Консультативное заключение по МРТ пациентке 33 лет, выполненного 14 сентября 2019 года. На представленной серии МР-томограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности, также с контрастированием. В области задних ядер таламуса слева выявлен округлый очаг, около 5 мм без отека и масс-эффекта, структура однородная, контраст не накапливает. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субарахноидальное ликворное пространство по конвеситальной поверхности больших полушарий не расширены. Единичное нерасширенное перивоскулярное пространство Вирхова-Робина. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз – обычной высоты структуры. Патология мозгово-мозжечковых углов не выявлена. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-зацеллярная область без МР-признаков патологических изменений. Миндальная мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. Определяется пинеальная киста около 3 мм без окклюзии ликворных путей. Небольшая ретроцебеллярная арахноидальная киста 35,3 на 6,2 мм. В проекции мозгово-мозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричной, не утолщены. Придаточные пазухи носа свободны. Заключение. Наиболее вероятно гамартома или эпидермоид. В критерии рассеянного склероза и других демиелинизаций не укладывается. Желательно дальнейшее наблюдение в динамике. Заведующий кафедрой профессор Холин А.В.